агрегат поднимается в транспортное положение. Под каток подставляется брус такой толщины, какое нам необходимо заглубление. Дальше агрегат опускается, брус получается опирается на каток, опирается на брус, палец этот вытаскивается, и вот здесь вот есть резьба, и вот этот зазор, когда мы крутим вот эту втулку без пальца уже, то вот этим зазором мы регулируем опускание этого катка, точнее мы поднимание этого катка. Чем он больше поднимается вверх, тем агрегат у нас сильнее заглубится. Вот этот вот зазор регулировки дает нам здесь такой рычаг, что мы можем этот каток поднять на 15 сантиметров по сравнению с уровнем заглубления дисков. Таким образом, агрегат сможет заглубиться до 15 сантиметров в землю. Когда мы получили необходимое заглубление, дальше мы проворачиваем втулку так, чтобы попасть отверстиями в палец, и вставляем палец и шплинтуем его. Таким образом осуществляется регулировка данного опорного катка.